Срослось все. Вам было сколько, 19 лет, когда Где-то его так, не стало? да, 19-18, Ну да, да. это еще такая молодость, вы еще. Сейчас бы вы могли бы больше, как Да, бы. нет, ну я мало тогда, конечно, успел поговорить, но я помню тот день, когда, то есть, когда я с ним, условно говоря, попрощался, когда я пришел к нему последний раз, увидел его, и больше мы не виделись. Я помню тот момент, тот день, когда я к нему зашел, и он сел на кровать и улыбнулся мне своей широкой улыбкой. И долго смотрел на меня прямо в упор, в глаза, и потом лег. Я вот в этот момент помню, когда он смотрел на меня, улыбался своей вот этой знаменитой улыбкой во все зубы, светлый, добрый, что как будто он что-то мне отдавал, то он мне что-то передавал через это, какую-то энергию, какой-то скрытый смысл, какой-то эмоциональные вещи. Я чувствовал эту связь, больше мы с ним не виделись после этого. Вообще.